стоит новый завоз. И не собиралась снимать, но посмотрите, что я нашла. Смотрите, какой красивый. 500 рублей. 500 или 550. 550. Красивый, какой теплый-теплый. Еще джинсы очень интересные увидела. Сейчас покажу. Тоже 550. Очень много мужских вещей. Ну так, все, что получше, конечно. Вот это 620 новоношенное. Такое непонятно. Ну, есть неплохие такие куртки. Но все, что получше, все, конечно, подороже. Я там и 1800 видела, не вижу, сколько это симпатичное. Теплое. А вот белая такая. Женская. Сколько она стоит? 1050. Ну, то есть... Дешевле, конечно, чем на рынке, но опять же, даже секонд. Пуховик, винтаж, кожа, куртка такая интересная. $660, очень хорошая куртка. Люблю такие вещички. И тут раз ткани опять есть, отрезы ткани очень много. Ну, цены такие, как, можно сказать, как в магазине. Вот это все отрезы тканей. Смотри, 940 огромная. Ну, 940. Вот еще отрез ткани. В общем-то, очень. А детского сколько много? Детского необыкновенно много. Детская очень хорошая. Курточки, комбинезончики, цены такие, 90, 170, белая 140, 550, вот на побольше на девочку, я вижу ценник 330, без рукавочек очень много, не пойму, что это стоит за знак на моем телефоне, симпатичные. Ладно, пошла я домой, посмотрела новый завоз, купила себе 3 кусочка ткани. В общем-то, словом, меня все. Всех целую, люблю, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте гостей своих и делитесь в соцсетях. Всем пока! Кожаная или под кожу, но очень симпатичная сумочка. А, ух ты какая. Сейчас посмотрю, сколько стоит. 720 цена и 50%. 940 шлюпки такие классные. И 50% цена у них. Если бы это было начало лета, я бы, наверное, купила на выход. Вот еще сейчас одну сумочку покажу. Посмотрю, 200. 1050 она сегодня стоит. Кожа. Классно. А это, посмотрите, какой винтаж. Сейчас посмотрю цену. Состояние, конечно, практически отлично. Но цена 2350, разделите пополам. Но она, конечно, слегка. Ее можно, конечно, привести в порядок легко. Но интересно. Я сейчас еще покажу. Посмотрите, какой комбидресс. Сколько? Сейчас посмотрю цену. Не могу понять. 550 пополам. Какую-то лабуду по радио передают. Такой бред. Пряжа есть. Ну все, больше ничего интересного нет, пошла я.
не могла не заснять без скидки. Зимняя без скидки. Сейчас я покажу в середине. Ну как я могла не заснять такое? Посмотрите. Пуговицы выдранные, 620 рублей. Ну он как винтаж, по-моему, с какой-то. Не знаю. Гляньте, какой он интересный. Посмотрите. Не знаю, если он довисит до 100 рублей, я его ради глаза этого заберу, честное слово. Гляньте. Просто чудо. Концертная сумочка. Так, а моего нет, который я хотела для ноута. Ну и ладно. Помните это сари 940 минус 30 или 980 минус 30% 940. Красивая какая. Гляньте, как красиво сделаны. Здесь пуговичка, здесь петелька. Хочу показать, гляньте. Япония. Это винтаж-винтаж с номером. Катон, полиэстер. Но ей 300 лет. Судя по фасону. Это полный-полный винтаж. Всем привет! Доброе утро! Я сегодня приехала на Басе ФТМ. Хочу посмотреть здесь секонд-хенд. С 13 года я ни разу не была в этом месте, хотя находится очень близко, но неудобно ехать, поэтому я решила наконец-то сюда попасть, посмотреть, что здесь за секонд-хенд. Сейчас я переведу камеру и будем смотреть вместе. Ух, еле нашла вход. Вот я и нашла. Полностью длинный замок. Просто посмотреть. Просто посмотреть хочу. А бархат в какую цену? 50 рублей всего. 50 рублей. Здесь можно как по бренд-плею пойти. Ой, ногу подвернула. Аптека большая. Так, аптека мне не нужна. Мы все здоровы. Какой-то торговый центр. На остановке идет рынок. Что ж такое? Не обойти никого. Торговый центр какой-то здесь. О, мальчик. Опять рынок. Здесь всегда такая яма. Здесь. Я не помню, по-моему, последние 20 лет ничего не менялось. В этой местности. Это для выехавших жителей Басе. В секонде в этом дорогом сегодня 80%. Зайду лучше сюда, посмотрю, что здесь есть. Как-то я сегодня неудачно съездила на Басе. Какая красота. Вот лучик кому такой знаком. 280 минус 80% сегодня. Маленький размер. 720. 150 рублей сегодня стоит. По-моему, искусственный. Хотя замшевый, слушайте. Замшевый пояс, сейчас я подумаю. Очень жаль, совсем маленький поясочек на меня. Минус 80.
симпатичный комбинезон. Сегодня стоит всего-навсего 110 рублей. Всего-навсего 110. Минус 80%, 66 рублей сегодня. Кому на один раз одеть на танцы. Черные гадки не ношу, но если бы мне нужно было такое кружево, вот как раз за 28 рублей сегодня огромный кусок кружева был бы. Он просто мне ни для чего не нужен. А вот венчально-погребальные наряды. 1500 минус 80%. И вот такой блузон или что это? Можно... А, платьишко. 820, это сегодня 164, что ли. Можно сумку пошить золотую. И лапти эти не продались. Но они размер маленький, восьмерка, а не как на семерку. Все, пока. Всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Всех люблю.